Место для установки стелы «Город трудовой доблести» выберут жители Новосибирска. В ближайшее время начнут принимать предложения. Почетное звание присвоено за заслуги в годы Великой Отечественной. Новосибирск стал надежной опорой фронту. Инициативу Анатолия Локтя о присвоении Новосибирску особого статуса активно поддержали ветераны. Тему продолжит Александр Сульдин. Дора Евдокимова оказалась в Новосибирске, когда ей было 3 года. Эвакуировалась из холодного и голодного Ленинграда в 1942 году. Там у нее умерла мама. Новосибирск приехала в блокадном эшелоне с сотнями других детей. Здесь нашла свою семью. Меня вывели, я посмотрела на нее, подошла, взяла ее за руку и сказала: «Мама». Вот так я попала в эту семью. Но я благодарна им, потому что мне дали они все. Как бы трудно нам не было, как бы тяжело не было, но они меня нигде не оставили. В Новосибирск эвакуировали не только людей. Целые предприятия перевозили станки, ставили под открытым небом и сразу же начинали работать. Сибирский тыл до фронта стал надежной опорой. В нашем городе в годы Великой Отечественной выпускали все, что было необходимо для победы. От сапог до современных боевых самолетов. Новосибирские предприятия дали фронту почти треть от всего арсенала боеприпасов. 125 миллионов снарядов, бомб и мин. Новосибирск стал одним из центров оборонной промышленности страны. Признание заслуг и присвоение звания «Город трудовой доблести» добивались долго. Мэрия города Новосибирска, мэр лично Анатолий Евгеньевич Локоть, практически каждый раз при встрече вот с ветеранами труда говорил о том, что присвоение городу этого почетного звания будет хорошим стимулом для молодежи, для будущих поколений. Я считаю, что больше все-таки город поработал на эту тему. То, что присвоение, это оно давным-давно напрашивалось, этого почетного звания, потому что сами представляете. Вообще-то надо, что сколько было сделано для фронта, для войны, для того, чтобы мы победили в этой войне, было сделано городом Новосибирском, жителями города и Новосибирской области. Почетное звание присвоено 2 десяткам городов страны. В каждом должны установить памятную стелу. Место для нее в Новосибирске уже ищут. Самый подходящий вариант определят горожане. Александр Сульдин, Сергей Хлопов, Дмитрий Кан, Новосибирские новости. Спасибо, что смотрите канал «Новосибирские новости». Мы рады предложить вам интересное и полезное видео. Если хотите оперативно получать информацию о жизни города, подписывайтесь на наш канал. Жмите колокольчик, чтобы не пропустить последние новости.